Ловили! Нас видели! Товарищ полковник, личный состав Самарского гарнизона построен проведению профилактического мероприятия правопорядок. Построение и инструктаж прошли во всех подразделениях полиции Самарской области. В пятницу в регионе провели операцию «Правопорядок». Приняли в ней участие и сотрудники госавтоинспекции областного центра. Добрый вечер. Добрый. Технадзор, господин капитан Адушкин. Водительское удостоверение, пожалуйста, техпаспорт. Пожалуйста. В день масштабного профилактического рейда на улицах города плотность нарядов госавтоинспекции была максимально увеличена. Сотрудники ГАИ проверяли документы, особое внимание обращали на перевозку пассажиров в такси и коммерческих автобусах. С наступлением вечера пристальное внимание на водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии. Ну, у нас сегодня наряды приближены в основном к большим перекресткам, к заведениям, где люди отдыхают. То есть будем работать. Практически до утра у нас наряды будут выставлены. Будем работать и пресекать нарушения. В день проведения рейда выпал первый снег. В таких условиях традиционно увеличивается количество ДТП с участием пешеходов. Поэтому одной из поставленных перед личным составом задач было максимально предупреждать такие происшествия. Также сотрудники госавтоинспекции максимальное внимание уделяли досмотру автомобилей. Все автомобили, которые будут вызывать определенные вопросы, они будут досматриваться с целью выявления незаконной перевозки оружия, боеприпасов, наркотиков, каких-то беспилотных летательных аппаратов. Идет специальная военная операция, и риски совершения терактов, они присутствуют, поэтому мы тоже это учитываем. Всего за время рейда на дорогах Самары выявлено более 100 нарушений правил дорожного движения. Масштабный контроль за соблюдением ПДД будет продолжен. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.